Плохие дорожные условия и несоблюдение правил дорожного движения стали причиной аварии сегодня утром на проспекте Ленина. Молодая женщина с 3-летним ребенком пыталась перейти дорогу на пешеходном переходе. Информация и фотографии происшествия появились на портале «На связи». Когда они вышли на зебру, их сбил микроавтобус. Ребенка, находившегося на руках матери, отбросило от удара маршрутки, а женщину протаранило еще 20 метров. Как оказалось, за рулем был 34-летний водитель, который двигался по 41-му маршруту от железнодорожного вокзала в сторону залива, сообщили Республиканской госавтоинспекции. Девочка поступила в реанимацию детского медицинского центра, а ее мать в нейрохирургическое отделение БСМП. По словам исполняющего обязанности главного врача, женщина в тяжелом состоянии с множественными травмами.